Приветствую всех на нашем канале. Сегодня у нас в обзоре мини-экскаватор Komatsu PC12 в хорошем состоянии. Гусеницы имеют трещины, это не критично. Качество резины очень хорошее, прослужит еще очень долго. Экскаватор окрашен, экскаватор обслужен, обслуживание прошло с заменой технических жидкостей, фильтров, наработка .3699 Все цилиндры сухие, без коррозии, без подтеканий. Стрела-робот. Вкратце расскажу об управлении. Здесь имеется педаль управления роботизированной системы стрелы. Два рычага управления ходом, рычаг поворота башни и выноса стрелы, рычаг управления ковшом и подъема стрелы и рычаг управления отвалом. Здесь у нас располагается рычаг газа и включение, тумблер включения освещения. Заглянем сейчас в моторный отсек. Здесь все чисто, сухо, без подтеканий. Установлен новый аккумулятор. Сейчас запустим двигатель. Проверим гидравлику, проверим ходовые свойства. Стоимость экскаватора можно увидеть в нашем профиле Авито Дрон. Экскаватор с легкостью отжимается на холостых. Вот, собственно, отличный экскаватор, в хорошем состоянии, обслуженный и готовый к дальнейшей эксплуатации.